справа отсюда. Поехали, ребята! Волна слева от вас, справа от меня. 3, 2, 1, поехали! Пошла, 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 валентинская волна! Мне в свете прожекторов не видно, дошла, наверное, до конца, уже практически. И давай в обратную сторону. 3, 2, 1, поехали! И тем временем мы встречаем наших райдеров. Итак, дорогие друзья, сегодня в дисциплине FMX Freestyle Motocross представлены Алексей Колесников, Россия! Победители выйдет контест в рамках чемпионата мира по мотофристайлу в Берлине в 2014 году. Участник Red Bull на Красной площади в Москве. Лучший российский FMX-райдер! Алексей Колесников, или как мы называем его, Калашников. Леша, привет! Вот его четырехтактный мотоцикл. Он завещает о том, что он уже здесь. Друзья! Участник команды FMX-13, участник различных FMX-шоу в России, в том числе «Прорыва» Алексей Айси! Болельщики Лёши уже начали ему аплодировать. Алексей Айси появляется здесь, ну, можно сказать, один из самых главных ответов. Из этого слова его легко запомнить. Алексей Айси! Участник команды FMX-13 Кирилл Гаврилов! Постоянный участник «Прорыва» Кирилл Гаврилов. Приветствуем здесь и сейчас. Еще один райдер команды FMX-13, участник различных FMX-шоу в России, в том числе и «Прорыва» Антон Смирнов! Антона называем приемник. Антон! Ну и наши зарубежные друзья. Сейчас я обязательно представлю, пока Кирилл Гаврилов, то ли как называем его, и спустится вниз, появляется Антон Смирнов. А наш итальянский друг, приехав нам сюда вновь, участник первого шоу по мотофристайлу, несколько раз участвовал в «Прорыве» со спринтным проектом «Мототропе» Ваня Одера! Ваня Камал! Ваня Одера сейчас у нас появится здесь, вон он выезжает, и вы тоже легко заметите его салатовый член, запоминайте. Еще один участник приехал издалека из Новой Зеландии, участник первого шоу по мотофристайлу, в том числе это будет «Spider's Chance». И мы приглашаем его сюда, Николас Прабель! Николас Прабель! Николас Прабель, включайте аплодисменты, встречайте! Еще один итальянский безбашенный участник, Иван Зуккали! Иван, камон! У нас свое внимание! Друзья, еще один участник нашего постоянного шоу, только к нам из Франции, участник «Рулых Спайдерс». Джереми, или как мы зовем здесь, Джереми Роне! Встречайте, Джереми! Джереми Роне появится у нас здесь, и долгожданный человек, который произнесет нам из океана, прямо здесь и прямо сейчас после Джереми, появится у нас на нашем приемнике. Встречайте, дорогие друзья, сегодня есть один человек, который приехал сюда практически на снегоходе из Соединенных Штатов Америки, Сэм Роджерс и его тяжеловес снегоход! Встречайте, Сэм Роджерс! Ну что, и давайте посмотрим на то, что здесь будет происходить. У нас пока выкатывается Сэм. Сэмом встречаем бурный аплодисмент. Он прокатывается мимо трибун. Сейчас здесь будет первая дисциплина фристайл. Мотокросс для вас, друзья, сразу же начнем, как говорится, с фанатом. По-другому не скажешь. Райдеры делают небольшую разминку, раскатывают сейчас между трибуны. А вы поддерживаете громче! Все громче! Ну и мы, конечно же, ждем. Ждем вас, а те люди, которые вручную приезжали, все зрители, вы, друзья, кто ушел, кто правильно не знает, что такое фристайл мотокросс. Все нетерпение. Сегодня совсем другие приемы.